Святой Виктор жил в городе Марселе и был офицером римской армии во времена правления императора Максимиана. Несмотря на то, что являлся он защитником светской власти, поклоняющейся римским богам, сам Виктор был ревностным христианином. И когда император воздвиг гонения на христиан, Виктор не смолодушничал. Стал он ободрять марсельских христиан и призывал их храбро исповедовать веру Христову. А военачальников своих он пред всем легионом осудил за служение идолам. Тогда святого Виктора схватили и, проволочив по городским улицам, бросили в темницу. Там, в заключении, мученик обратил ко Христу трех солдат – Лонгина, Александра и Фелициана, которые были тут же казнены. Сам же святой Виктор был сокрушен под жерновом, подобно пшенице, выбранной Богом. Третье августа. День памяти святого мученика Виктора Марсельского.